Блять, соберитесь там... и голову за 40 покупают. Посмотри, там этот Вазелин, он из Иллюжинов или откуда? С Иллюжинов. Иллюжинов он. Да они, блядь, бомжи ебаные, они, блядь, нихуя толкового не продают, вот эту хуйню, которую, блядь, никто брать не будет. Он волю не продает, потом какие-нибудь бисовые он не продает тоже. Ну, блядь. А тогда нахуй вообще что продавать? Токены, если надо кому. Продают, я тебе расскажу, почему это всю хуйню. Потому они что продают. Потому что нахуй не надо, блядь, а голда нужна, так что, блядь. Ненужный шмот мне лучше впихнут нахуй кому-то, чем его делать. Я, короче, против. Они вещи не продают, только те, которые нужны. Я считаю это правильно. Твоя игра, твои правила, как бы. Но то на самом деле не всегда. Там пианист может посмотреть такое, типа, так, воля кому нужна? Так, тебе. Ну тебе нахуй воля не нужна, так что давай того чувака, и все, и, блядь, ему вообще похуй. Да он нихуя не сделать. Продают они волю, братан, это, я тебе 100%. Он говорит про джоков или про претендер? Пианист. Я про претендер говорю. Да, погоди ты. Да ёпты. Дайте его довести-то сначала, алё, приём. Бьют они нахуй. Ой, держите меня, семеро. У нас только хилов нет. Я сам себе хил. Вот он. Бабл, у тебя ДК этот, как его? БДК? Танк? Что, меня игнорит, что ли? Прям? А чё так все пианисты не любят? Ну что, наверное, оказался с плохой стороны. Скрысятничать. Да не, он нормально, в принципе, пролично, но как трейл он... Кислородный. А пианист, ну, не очень хорошо он трейлит. Ну, это чисто мой сухой. Сколько танков-то? Блять, что-то я включил этот там. Потенчество лохули. Так я и спрашиваю. Если он такое там говно, то почему там все не ливнулись гильдина? Блять, потому что не душа. Просто некоторым он жопу лижет, а некоторым нет. Поэтому вот и те, кому не надо, то телевают, блять. Угу, да. Соло потанчу нахуй. Где среда? Да не нужен. Я могу спрыгнуть с того. Его же КД, что ли, я не помню, о чем тогда посылался. Вот здесь. А у рукоконя медвеев. Здесь он. Ну, он добегает. Сзади добегает. Ну, рыбу поставьте. У меня сейчас рыбы нету. Да не нужен в танк, это я один протанчу. Вот. А че там тебе должен? На пул только дайте. 8-5. ГБ банк поставьте. 8-8,5. Зачем мне бутеры рейди, есть рейды, блядь. Обычка, не обычка. Чё, блядь, без клика мандить на вара, нахуй. Одевай. Да, блядь. Дайте кулак под ДК, пожалуйста, будьте любезны. Богиня ДПС, дай кулаки все по всем. Шреддер, каски. Алиса, МП5. Я просто. Богиня ДПС был в Думхаммерах, правда? Быстрее. Рыбу кушаем. Чё, вообще уебаны или чё, блядь? Вы богиня ДПС перекиньте в ханту сюда, он там сидит один. Каску, кулак дайте по ханту. Горы всех дал. А вы же составили? Блядь, эти розовые дауны уже бесят, нахуй. А я тебе крест дала. Молодец, ты кресты даешь, блядь. На мне каски и кулака нет. Так. 10 минут. Давай я тебе подсекаю. Не, ну у меня говёный кулак. Ладно, похуй. Каску кто дает?
Шредер, по-моему. Да дайте ему зарплату ебаную, нахуй он не бафает. Пороги дали МП5, и перетащите его. Так, а, блять, ребят, вы, конечно, все понимаю, перетащите, не перетащите, блять, я знаю его ник. Я, блять, участника не буду раздавать каждому первому. Дай по ханту каску, блядь. Алена. Я ему уже в ПМ пишу, чтобы он, сука, сказал мне свой ебаный ник в Дискорде, блядь. Все, Гора, дали. Десятиминутный, блядь, кулак, ну это пиздец. Давид, кулаки всем раздай, заебал. Вот я перетащил, блядь. Остальные это кто? Остальные рвач, рвач, что-то знакомые. Дайте ему знаков, алё, пожалуйста, поводи. Дайте босса, меня заебал этот. Возьми его обратно. Джив стоял, блядь. Да это хуйня какая-то, блядь, грущего какой-то. Не было на Дискорде, все, короче, не бейте мне мозги, блядь, и чё, короче, я не знаю. У меня тоже уже пока не было. Мосса. Карочка тут? Вар, на АП кричите, пожалуйста. Молю нахуй. Кулак 10 минут не есть, вам обойдётесь, да? Надо обратно армса делать, блять. Чё, хуёво в этом? Или просто заебал? Не, мне заебал этот фурик. Я, блять, фурика спекнулся только из-за воли ебучей, потому что чешки нет. Давай, Веру, чё-то. И богиня ДПС, вон на входе стоит Дживс, если что, можешь знаков купить. Шеда, нахрен... Ой, блядь. Всё-таки его спекнул в танк? Чё? По-большому играем, милишники. Оперативней. Вспышка, отбежали. Бьём. Или лицом не стоим большого? Вас что этот кливает он? Приземляется, мало не? Нет. Ну. Дыхание по центру. Дыхание по центру, с центра ушли. Сколько там процентов уходит на ней? Погляди, пожалуйста. 45. Быстрее большого сливаем. Сколько? Долго вы еще? 2, 42.
41. Вот так все ловить. Шейдер, лови большого. По большому играем. Били большого, играем по этим, по Никси. Крик, обновите, пожалуйста, будьте. Да, любезны. Разверните ее назад. Ты вешай почаще антифир на меня. Я первый закинул на тебя сразу, как она села. Царь, обезьян, антифир на медвое. Кулдаун. А ты богов добирал? Вроде нет. Тайный маг, поставь порт. Нет у нас богов. Макса Пейна лишь средств. Портуемся, летим бык. Перетим. Нихуя себе, аж багровый рубин получил, блядь. Блять, а чё за выкиды-то? Пишите ему, чтобы, блять, переименовал DC ник на такой, как... нахуй. А, вот он. Сейчас сделаем участника, блять. Ну и мастер там... сделай, Макса Пейн там, участник. Это кто Макса Пейн? ДКшник, он Брейди у нас, нахуй. Если он в гильдии. Не знаю, кого вижу часто в рейдах, того и делаю, блять, участник. Что-то хотел сделать. А, вон, блядь, переминировать какой-то Dead Inside, нахуй, Woodshaper, блядь.
Сука, не триггери мой ник, блядь. Ни разу не играл. Dead Inside, не Dead Inside, нахуй гильдии, ты по таким никам, значит, должен быть по таким никам. Блядь, не поебать. Не, Шейп, чтобы, блядь, смотреть, что кто вылетел и тому подобное. Лучше. Я один, блядь, красненький. Нет. Сейчас не будешь красненьким. А чё за прикол теперь выкидывают в комнат, типа АФК? Выкидывают каждый раз, когда вы в АФКщике, вас выкидывают в комнату АФК. С задержкой полчаса. Кто это придумал? Я придумал. А как он определяет, АФК я или просто молчу? Ты нажала кнопочку, значит ты не АФК. Не нажала? Ну а если у меня микро нету, то как она определяет? А это никого не трогает. Полчаса. Ну там, что-то там, короче, не задавайся в подробности. Зашел. Что ты говорил, что он хрис плохо слышал? ШП можешь спернуть. Да-да, все, понял. Медведь, я за тобой слежу, ауру коня. Ну чё? Ауру коня, оф, я за тобой слежу, заебать. Чё ты на меня гонишь? Теперь можно попросить нормально кулак по ДКшкам? Богиня ДПС, рейдер, рейдер, но ДПС, она не в инсте. Кого Симон? ДПС, он не в инсте. Призыв, значит, ждите ответа. Нахуй не принимает Симон, походу. Написал что-то, что отойдет? Нет. Еще соточку, блядь. Чек на АФК. Сейчас посмотрим. Шредер, каски, медвей, кулаки, Алиса, Кристо. Не так. Поднусик отойду. Мне медвей дай МП5, а Алиса дай кулак. Анту. Да, один? Давай, медвей МП5, Алиса, кулаки и севкачные. Шредер, каски. Алиса, вкачные, кулаки и МП5. Богиня ДПСа тут. Хорошо, богиня ДПСа, всем кулаки. Не увижу на всех кулаки еще 100 гп. В этом Колизее вам предстоит сразиться на магов и за кулак. Только не 5-минутные, блядь. Должен был закупиться. Ты завел? Да потому что долго это все. Стоим в небо, смотрим. Время идет. Ну да, хочу заводить. В чем проблема? Я завел уже. Не, все, могу потанчить все нахуй. Да там Шредер пускует тоже. Я все время думаю, почему я так на ретрике мало ДПС даю, а потом вспоминаю, что у меня только одна профа, и я, блядь, еще и нахуй. На полный медвей даем. Блять, у меня опять хилбот вылетел, нахуй. Баллы выкидывать. Уже теперь не только в долране, нахуй, зато и в ледяной короне, блять. Шурский агро сорвет. Да не сорвет он агро, нахуй. У меня не 130%. А где босс? Кончился. ДП, сука, не разогнал. Ёбаный вроде. Шредер огненный. Все по кислотной играем. Геру дай.
На полке слот на Мидвея. Угу. Русский красавчик. Служа, выводи, Шреддер. Все с ядом к Шреддеру идем. Ко второму танку. На пулю огненную на Шреддера. Бля, у меня пиво закончилось. Еда. Угу, конкретное на кофе наливать. И где босс, нахуй, ёбаный его. Не подходите к дебафу. На полном Мидвея. Мне сейчас показалось или дыхание ушло за секунду? Не показалось, ушло. Его, его можно беспробить? Нет. Ах ты, сука, на меня бежит. Не надо было. Называется, прожимай бурс нахуй, когда не надо, блядь. О, где Моссона? Это ты сейчас дал? Или за бафа? Не, до этого за бафы только давали. Что-то такое как... А, мне пофигу. Я не сдохну, блядь. А из-за тебя, блядь, у меня, сука, Гурский передамажил, ёпка. Из-за богини ДПС, нахуй. Да я чё-то проебался с вашим ГП, блядь. Я даже, прикинь, Ревас не сработал, о, вот это мне надо, чертёж. А сферы типа ролить каждый, не на гильдии? Да, да, каждый может нет. Ролить. Боешка уходит, когда, если пугов нет. Шреддер, спекайся в ДД. ВЗ не из 100, только не забудь вырубить. А кто этот, как его, чертеж выиграл? Алиса, дай мне чертеж. Не давай я чертеж. Не, дай мне чертеж, последний рецепт, блядь, до фул профа. А тебе очень надо? Ну, я его выучу. Ну ладно, мне на декорате есть такой же. Мне последний рецепт нужен. Ха-ха. Последний. Сука, хитрый, блядь, кинул. Обменник. Да, уже выучил. Охо. Пидор. Да если у меня нет такого на заказать, я и собью потом. Понял? Силёнок не хватит. Хватит. Ты все фантазируешь. Как ты бьёшь подушку, что ли? И что? Ну, а у меня, а у меня ШМ. Ну ты меня будешь бить, а я буду уклоняться. Гол PvP нахуй ебать. Да гол, ёпт, чё? Я тебе выеб. На пол дали. Сука, бурсты кадами. Это было смешно, конечно.
Я тебя знаю, ты, блядь, нажмешь бабл, сука, портал на Галарант. Нет. Ты просто будешь делать чарж Бэша Клодбон. Что я армсом, да? Да, даже прото своим будешь чарж Бэша Клодбон. Рассказывай, рассказывай. Че, круговая атака настолько ебанутая, что она вторая по демежу, блядь? Да? Ты думаешь, почему, блядь, Т4 не насыпал? Кто? Я ебал, я воевал, блядь. Она у тебя первая пока бурс. А потом все, ну, пиздец. Да? Поэтому надо одевать на бой, где нету. Ну, где длинный бой, его надо одевать. Ну, блин, вот у меня рага, знал? Сука, закончилась. Где Вулкант? Прожимки там. Не, ну на лече это 10 и не вы лучше, блядь. Да, две потому штуки. Что постоянные переходки туда и т.п. Это не кольцо спорно. Не, ну ты валик типа кливаешь все время, блядь. Кольцо в ГБ. Знаешь, ты кливаешь, блядь. И теперь вас ждет новый противник. Лень, на профи одевает 10. Ой, а можно потом кольцо? Это в пизду до 45-я покупальщик. На кого тебя это кольцо? На хила. Ты что, ёбнулась, купи, блядь, ссылка. Ну, я помню. Давай, обмен, я закину. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! Чего вы стоите, я не понимаю. Шедер в танк. Ну, так я думал, мне начислили. Че, не начислили ГП за это? Ну че, блядь? У меня другой вопрос. Ты умер, нах? Ну, блядь, я ж словил, правильно? Ну, блядь, мне похуй. Понимаешь? Че словил? Да, хочет Костя нахуй, пусть ливает. Боже, они давно искали причину ливнуть. Даже мог поспорить, что Лексу зал. Так, раз. Кто ливает? Два. Сколько тут их? Три. Три. Шредер, давай, их танк, ага. Поддержишь Рогу. Я Вара и ДКшника подержу. Где этот чернокнижник ебучий? Чернокнижник череп. Ромкой ферряешь звездочку. Если чё, богиня ДПСа не получил нахуй ГП за этого, блядь. Так что не надо там пиздить хуй. Звезда, как его... Звезда, Ромка, эфиряешь.
печеньку, фиряешь по тоскушку. Ну, потом расфиряете, если что. Чек на готовность. Так, отъехал. Череп тянешь первый. Макс Апэй второй. Бабл, если что, на подхвате третий. Кого мне тянуть? Череп. Череп. Все готовы? Шреддер. Рогу только держи, погнали. Рос, можно? Веру. Что, по кому еще заиграем? Череп, крест, луна, трусы. Да, двоих тяжко держать, что там, блядь. Это лучшие представители Орды. Теряйте присты по КД. Крест добили, по луне играем. Ой, блять, кто там? По сове, по трусам. По трусам. По трусам играем. Быстрее по трусам. Луну еще не добили. Луну после трусов залить. Фиряем присты. ОКД эфир. Луну добили. Потом по Шаколу играйте. По Шаколу играем. Череп он поставил. Рогу слили уже, что ли? По черепу. О, фиг дисперти, пожалуйста. Присты зафиряйте, пожалуйста, хилов. Играйте по приступу, череп.
Потом по звезде. По звезде играем. Звезду убили. Доливаем печеньку. Нас здесь поудали. Карочка, если на то пошло, я бы тебе в каждом хэме, блядь, давал ГП. Не за слаки, а за твой ХПС. Извини, ну конечно. Что есть, то есть. Так. И бабочки тоже. Авертрон зайдешь, нет? Вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля лича. Пусть состязания начнутся! А кому ему отдет ниже тебя, шапешником? Или Джуради, который хуже тебя одет? Шедер, белую держи. Так, черную подержишь, белую возьми. На готовность. Все готовы, блин. Во имя темного повелителя, во имя короля лича, вы умрете. Сменили цвет. Играем по темной. Переводи. Темную взяли. Быстрее. Thank you.
А можно посох на трансмут, если кому не нужен? Ролик. Ролик. Кто сказал, что я рыл? И я что, я страшный? Интересно. Что-то новое я тебя знал. Я тебе то же самое вообще-то говорила. Ты что, не помнишь? Что это сказал? Для меня как похвала. Нет, просто ты пиздишь больше, чем рыл, блядь. Поэтому все думают, что ты рыл. Рыл мне шейка теперь. Это кто тебе сказал, Настя? Я бы что-то сказал, но я промолчу. Я все страшно. Не, когда ты действительно выполняешь свою роль в рейде нормально, то почему бы не быть через ВСК? Нет, именно из-за этого я через ВСК, когда вы хуйню творите, блять, я ГП получаю, ничего не говорю, а вы, блять, за свое ГП нахуй срётесь, но это уже ваши проблемы. Ну, я почему был против системы ПВП? Потому что начинаются всякие споры, оспаривания, там, а вот тому надо ГП, тому не надо. ДКП тащит. ДКП фарает. Вообще ничего не тащит. Просто берешь, ставишь ответственность за добычу и даешь лут тому, кому считаешь нужным, это все. И начнется срач, ты кому дал, а мне нужнее. Срач будет. Кикс рейда, кикс гильдии, нахуй. И будешь ты РБК релить, блять. Да, блядь, ну конечно. Нормальные гильдии топовые ходят по группе. Потому что у них все есть, и оно им нахуй не нужно, блять. Нет, даже если все есть. Даже если ничего нет. Нормальные ходят не по группу, то, а по мастеру, и у них команды зачастую слажены, и у них, скажем так, новичков нет. То есть, ну, все готовы. Камон, расскажи, в джоках объект на диске дали, бля. Так, все готовы, соответственно, запуливаем. Тут слово у людей диск — больная тема, не вспоминай этого. На пол дай этим там медвы, алло. Играем по почкам. Фу. Сыграл на. Мосс, ресни мастера. Джоник, это кто? Му, бля, ресни, Джоник. Дальнего слови. Угу. Играем по полкам быстрее. Беги!
Право поймаю. По полкам. Что-то пиздец меня рубит, короче. Нету помощника, да? Гера, дай. Меньше захила по рейду даем. Друиды ход, вот я и бежу. Как говорит мой карифан, ёбаное всё. Ща карочка топ хпс. Че? Давай обнулим рекаунт. Карточка топ хп. Где? Унижение будет просто. Я думал, тепло. Подвёл тебя, господин. Срок 6 минут. Давайте за полчасика закроем, давайте так, ну я пойду спать. Электроны так подозреваю, не зайдет, да? Тут так все идет. Помидоренько, когда... Да. Короче, из того, что я понял, пока лечу до инста, чё и как получилось. Лилучик, кто-то еще там, Лекс, вот эти два карифана, и кто-то еще. И крыска вроде еще с ними. Томас, крыска, выхухоль, без разницы. Вот. Ну, вроде как, они все находились в гильдии только из-за того, что тут Юля. И все. Что-то там помогали и так далее. То есть у нас... Первое что? Грунь. У нас они находились только из-за того, что тут Юля и так далее. Короче... Как они покинули гильдию, насколько я понял. Чё-то... Так. Ты говорил, Мастер, что-то повод искали или чё, я не понял. Чё-то они Мидвею... Не знаю, повод искали, не искали, нахуй. Чё-то Мидвею написали про, про магика. Я не помню, что там было, я получил босса. Кто-то там что-то фкашил. Я еще там Лекса кикнул, потому что он не бил босса. Я спрашивал, тут он или нет, его не было в Диссе. Ну, ГП за то, что не было в DC, там его, ему, я не стал давать, потому что надо было собрать быстрее рейд. Ну, вы сами видите. Если я начну сидеть, вот представьте себе ситуацию, у меня сейчас ночь. Если начну сидеть и каждого упрашивать в ПМ, там, зайди в DC, там, линковать, вот этой всей парашей заниматься, у вас рейды будут по 10 часов, нахуй. Не вот это 40-30 минут РС. Не, только Костя ливнул. Это пока. Да, ну это мне без разницы. Хотят ливать, пусть ливают. Мне... Ой, Костя ливнул, так, типа мне ГП не начислили. Костя ливнул, я тебе расскажу, почему за сегодня. Скорее всего, потому что... Ну я не знаю, я думал вы начислите, мне-то похуй. Он подумал, что типа ГМ он не начисляет ГП за косяки, остальным начисляют ГП и т.д. и т.п. блять. Потому что Лекса кикнули, блять, с рейда и вся хуйня падает. Ну потому что я объяснял. Ну, соответственно, смотри, Войт раздавал, ну вот, на кубах. Первые кубы прожали. Они не прожали. Я что-то возникал по поводу 200 ГП. Ну, который потому... я ни с хуя не получил. Потому что сначала непонятно было, кто. Ну, соответственно, блядь, получился. Значит, получил, блядь. Ну... Мне похуй, понимаешь? Я отыгрываю свою роль, блядь. Если я косячу, я получаю ГП, блядь. Потом выяснили, что этот шерпистол. Ну и снял. Соответственно, подменяли, но в чем проблема? А то, что потом было, вот это не ДПСить босса, типа, я, ну, я этого не понимаю. Вот.
Как хотите мне объяснять, такого быть не должно. Просто. Я не знаю, ну, одно дело, если вот у меня там 2 часа ночи, блядь, я, ну, реально не могу, блядь, я стою там, хильнул там и стою, смотрю, как вы хилите, блядь. А другое дело, когда ты включаешь барана, блядь, и начинаешь не ДПСить, когда надо ДПСить, когда люди хотят побыстрее освободиться отсюда. Вы мне скажите, каска, это большой повод, чтобы в гейрейде, блядь, чтобы быстрее убить нахуй? А это, блядь, повод в гейрейде просто пулить без нихуя, блядь. Просто ебануть моба, все, нихуя, не, блядь, не таймера, нихуя, блядь. Он сгорелся той хуйней, он сидит, хавает рыбу, блядь. Хуяк с пулей, не за решеткой, блядь. Просит каску, ему нихуя не дают, блядь. Я если нахуй челик сгорел, блядь. А тут чего, так, наверное, блядь? Потому что паладин был за решеткой. А нахуй вы спорили, когда они хавали, просто рыбу сидели за решеткой, блядь, ну, нахуй типа вы, не блядь, внутри. Сидели за решеткой, остальные стояли внутри, блядь. А там чек, ну, блядь, таймер, нахуй, придумали давно, блядь. Хьюстон, Хьюстон, прием, как слышно? Чё за ругань на вечерне? Вы понимаете, вы притягиваете негативные эти, как их там понимаете? Флюиды. Давайте этого прибрать, блядь. Ты-то шлей, при чё завелся, не понимаю. Просто люди пытаются доказать какую-то хуйню, блядь, даже не подумав ни о чём. Которую можно легко опровергнуть, блядь. Я не знаю, надо бить босса. Нельзя АФКшить, надо бить босса. Нельзя падать, надо просто бить. Потому что не бить босса и вайпаться, это дольше, чем бить босса. Каску попросил, он никто, блядь, не игнорил. Он мог это паладином, нахуй. Вопрос к паладину, кто добафил каску, блядь. Но в чем проблема? Я сказал, как бафнуть каску. Войт говорил даже сказал, бафнуть Лексу каску, да. Бафните каску, блядь. И что, нас кто-то послушал, на? Просто нужно... Ну, поэтому я паладина не создаю, потому что этот уебищный класс очень сложно им играть. Ну, нет, это просто очень сложно, блядь, для паладинов скачать аддон Polypower. Вот и все, я блядь. Вот без этого не надо никакой, сука, аддон Polypower. Ну, блядь, если они не могут так раздать, вон по этому аддону я, блядь, бафу, мне вообще похуй. Я вижу, что, блядь, нету бафа, я сразу бафнул. Меньше 10 минут сразу бафнул. Все, блядь. Проблемы все решены. Можно каску? Походу... Походу надо дискриминацию паладинов начать. Как кто не бафнул, один раз ник в дискорде прозвучал, сразу вхуяривать 200 кп или 300. Ой, можно я скажу? Пятихатку! Алло, алло, привет. Я просто скажу, что это вся хуйня, то что они сейчас пытаются оправдать свои действия. Человек, если хочет ливнуть, он ищет повода, он его находит. Если человека даже что-то не устраивает, но он ливать не хочет, он где-то в чем-то стерпит и промолчит. Поэтому это вся хуйня. Если они хотели ливнуть, они себе нашли повод, и все, и поебать. Я не про Лекса говорю, еще раз. До чего-то другого. Блядь, чтобы ливнуть, повод не нужен, поверь. Если хочешь ливнуть, нажмешь ливнуть. Ну, чтобы обиду включить, Игорь, ну, чтобы, блядь, вы обидели, вы там кикнули или вы не бафнули. Да нахуй оно надо. Да хочешь ливать, ливай. Не хочешь... Кто там, что обиделся, кого бафнули, кого нет. Не, понимаешь, если хуйня раз, блядь, она вечно, блядь. У нас так Ancient Guard развалился. Надо просто в диск говорить, что... В диск говорить... Палый хуесос. Вот так вот, да, Гуски? Ну попадешься ты мне, блядь, на БГ, нахуй. Что ты, ёпта? Размешил, бля, попадёшь. Блядь, нахуй ты хоть дойди до меня, блядь, для начала, а потом... Он тебе в инвизе придёт, а потом под баблом тебя запиздит. Конечно. Банки на инвиз легко, ёпта. Бабл тапки тогда найдёшь, а так я не знаю, может быть. Не, нихуя не может быть. Банку на инвиз, и пока ты пита ресаешь, он тебя убьёт. Да похуй, даже буду с кладбона постоянно тебя пиздить. Хоть раз. Ты лучше тренируйся. Будем или так пойдем?
Я бы с Ирпалом арену пофанился бы, так ходил. А хули мне набирать, блядь, опыта нахуй, если опыт есть. Ты умеешь? Шипер, или? Ты будешь, блядь? Может, он будет по арене, если шаришь как-то. Я с ДЦшником арену. Шейпер, блядь. Тут ДЦ хант не актуален, тут только один чел. Счет на пул. На кого? На пул? На шейпера? Да. На кого, блядь? Триксы дайте, пожалуйста. Хорош. Рос выйдет сегодня? Геру. Он наказан. А как карточку у него, а? Маг стрельнул. Следующего вам так легко не уйти. Босса, блять, с меня нахуй. Шредер, Шредер, снимай босса, босса. На пол на Шредера дали. Да ёпты. Спасибо. Я на тебя не напомню. Спасибо, Гурский. Я знал, братан. И я первый раз. Потому что мне сказали на тебя, я в тебя и хуернул. Еще можете боб дать, когда я бушты прожму. Да и, блядь. Я слышал, ты пояса поет, блядь. Тоже как ни крутите, блядь, ребята, когда палы бафают самостоятельно, это очень приятный рейд. Да, да. Это я согласен. Просто идешь, ты не думаешь о бафах, нахуй, ты знаешь, что у тебя всегда, блядь, пал. Даже там, так, не, блядь, знаю, как. Смотри, ну вот смотри, умерла. Ну я тоже с аддонами, блядь, играю, же, если честно. Моментально. Я тоже с аддонами играю. Так, блядь, да. Проще намного, но. Не, мусор бесполезный, нахуй занимающий, блядь, это пространство. Ну, у тебя занимает пространство. Я, блядь, сейчас переключу на большой телек, у меня будет вообще дохуя. Скажи, в отдельное окно поставлю, ну, себе. Ну, блядь. Аддон. Вообще париться не буду, блядь. Нахуй, у всех поднимается, ребят. У меня просто пинг поднялся. Нет, у меня без пинга. Это обнова какая-то. Блин, пинг 100, пиздец. Блин, босса милики. У тебя 100, у меня 153 сейчас. У меня 74, а что так много? Не знаю, может обнову какую-то пилят, и у меня начинают лаги сразу же. Да они данжи фиксят, камон, блять, по 700к у мобов. Вот новые, да, блядь. Ладно. Я пришел, я охуел. Че-то, Гурский, залетим после виклика? Я тоже, мы до первого босса полчаса там трэш чистили, пати 250. Я не знаю, для кого они такие данжи. Ну а че ты хочешь тут, блядь, 239 шмот, ёпта. Или какой там? Понимаешь, там 219 надо. Мы пати 260 плюс вайпнулся на трех мобах, блядь. Они его ёбнули. Я его оверхилом не поднял, понимаешь? Вихрь, отошли. Это что, блядь, за хуйня? Просто это допизделать. Ты в данжах тоже так этим был? Не, я не был, я вот хочу почекать. Там пиздец, они, скорее всего, это чинят. Вот под... Бля, ну почему не упала эта дробяшка, когда я палом был, на? Кто-то полик упал. Да, шейпер, кстати, буря лестница? Прикольная, Т4. Шейпер, лестница? А можно лестницу? Лежишь там, лежи, блядь. Ляг и лежи. Обещаю, вставать тебе не захочется. Не, на хантов красивый сет, это А4. О, молодцы, но, сразу бить, блядь. Его тут ходи нету. Ближе. На пол даем. Чё, его даже нету. Сыграть его по черепу? Нету в магазине.
О, шаман же косты может сбивать, да, ну-ка? Ебать, кто-то сбивает вместо меня, блядь. ХП, блядь. Как ты любишь. Да, два гранила осталось. И чё за посох такой, блядь, первый раз? Да-да, прикольно, да? Тиви-тиви. Коготь, блядь. Не, именно иконка, сам-то он стрёмный бизнес. По черепу. Бля, быстрее бы этот виклик, мне, блядь, БГ надо, нахуй, а не виклики всякие тут ходить. Так чё, ты пойдёшь? Неделя, блядь, виклик не закрывал. Ты чё, не пойдёшь, нахуй, в РБК? В новые? Да. Полетели. Пойдём, ёпта, чё-то почекаем. Да, то, блядь, это, нахуй. Еще с двадцатки там вылететь могу. Завтра сходим как-нибудь тоже. Да блять, завтра тяжко будет. По черепу играем. Нихуя. Это только может 8 дома буду. Что, в этом в РС-ке воля это, чешка не упала, да? Нет. Не, не упала. Мастер, ты это, блядь. Давай уже подымай. А какая нахуй чешка, блять, я уже думал, что не заберу. А он апокалы взял, может, по приору посел, ты посмотри. Да я апокалы мог забрать, нахуй, когда 5 тому назад. Я, блядь, ждал, нахуй, чешку ебучую. Тебе чё, масса не надо? Не, она-то мне надо, мне из обычки только чешка и палка свеча надо, и все. Просто что я ж слил приор на еще на ретерске. Я так не могу приор, блядь, не накопить. Блядь. Шредер может ДД спекаться. Дайте лапу и кулак. Кулак поваром, сейчас начну ебашить нахуй ГП паладином. Богиня ДПС, кулак поваром. Я его отвлекаю. Чё, Горский, если будет на тебя второй по ДПС? Как, ну, второй по агру, не сбрасывай. Там сейчас рыбка кончится. У меня по-любому будет. Ну, значит, не сбрасывай. Чек на готовность. Если что, чуть ближе к боссу держись. Я тебе этот дам какого. Блайнд спасения. Все, готов? Нет. Че, блядь? Рыба стоит. Да пиздец, давайте еще в рыбу жрать, по, блядь, по 25 раз, нахуй. Могли бы и блять, уже прожался, нахуй. А чё, чёт нахуй не дали? Ещё чек на готовность. А чё, давай. Чёт на пол. На пол на медвея. На пол даем. Жёсткий. Сальву. Дал. Гурский, где ты там, блядь? Я тебя слил два на пулу. Набежу, набрали. На Риджу набираем, не забываем. Давай еще на пол. Алиса, дай по лутшейперу солю. Второй? Вроде да. Второй. Да, Кросс выйдет? Чё? Гера. Ну, давай, чё, Геру наш? Да, ну, после дать следующего Геру лучше. Да, Геру можешь ждать уже. Ну чё, минута до следующего. Через минуту этот, 10 только. Yeah.
Поебал мне гурский, сука, передо мной. Что-то шляпа какая-то, босс скучный. Завал. Ну что, ты хотел меня уже передамажить? Как бы, ну, вершами, блин. Смотри. Сегодня опять делаемся. Неделя прошла, гурский в рейды стал ходить. Не, это я на Виктор просто. Да, погоди. Да, да, я сейчас БГ начну опять дальше хуярить. Мне БГ надо больше, чем рейды. Сейчас я его на БГ буду нахуй уебывать. Он потом... О, не, на следующий сезон я буду уже паладином ходить. Да. Не будет этот в рейдах появляться чаще, нахуй. Ты в Геру-то ходишь в 25-ку? Нет, ты в 25-ку даже не ходишь, Гера. Хуёво. Рэнджу набрали. Я буду смотреть, как у меня будет по рейтингу выходить. Чё ты хочешь, в топе остаться? Ты какой? Бля, там бонусы дадут, ну, блядь. Место какое? Я пока 14-й, если не... Нет. Не слетел, пока виклики делаю. А там разве 14-я призовая? Да, 3000 плюс 100 бонусов. А чё этот босс ебаный? 3000... Сколько у тебя рейтинга? 3000 рублей плюс бонусы. Сколько у тебя рейтинга? 20600. Ну и в пизду я под завалом буду ставить. Хоть а чё палат думает? Слышишь, где чё босс брать? Не попадает? Ну, блядь, хантом тяжело, блядь. Ты че это, ты здесь босс, блядь, еще по мне попадать будет, что ли? Сука, я щит повешал, он должен же это, когда бьет, хилить тебя, типа. И последний по ХПС, да? Что-то в Элеме надо начинать играть, да, походу? Я тебе... Войт, я тебе под завалом стою, можешь ХПС. Нету там по 4 кадра мажа. Блядь. Давай, бурзу дави. О, один заряд чита слетел. Прикинь. Он попал. А у Варов, кстати, там жесткий будет этот Т5. Там вообще ебок будет. Хантов-то тоже жесткий очень. На самом деле все говно. Давай, Тайнеманг, шутры. Давайте, разруливайте быстрее. Мне осколки нужны. Блядь, ничего, ёбнуться, доделать эти шею или нет, нахуй. Где, где порт? Угу. Сколько тебе еще шею надо делать? 150 дней, нахуй, первый тот. 150 дней? Чё ты переборчил, блядь. Ну как я делаю, так и не буду делать. Это типа по одному КВ? Наверное, блядь. Не, по два, еще на голосу и 20. Не, шея апает, блядь, это очень-очень сильно. Любого ДДшника, если это пиздец. Я знаю. Надо будет, ну, как это сделать. Там еще 3 месяца будет фармить репу, да? Да, репа хуйня фармится, я уже половину дофармил. Просто... А сколько у меня, кстати, монеток, блядь? Да камон, 2к с алдорами репу прокачать вообще. О, сейчас будем крутить с кольцом, блядь. Ха-ха-ха. Смотрим, ты с кольцом куришь? Ты говорят, это, блядь, рофл нахуй. Они говорят, это и есть рофл нахуй. Да похуй. Я потратил 15к, похуй вообще. Я тебе просто скажу, как человек, который потратил 300 прокруток вот, за денежку, за реальную с кольцом, и не лутанул ни одного брюля, как бы, да. Ну, ты не лутанешь. Я как бы тебе скажу, что нихуя оно не помогает. Ну, мне говорили, сразу сказали, что это рофл. Я тоже посмотрел, типа, говорю, о, ебать, тебе надо купить. На меня говорят сразу, голду даже не трать, дурак. У меня, блядь, брюлик лежит на ДК в банке, я его никуда не втыкаю. А у меня, блядь, на плесте, нахуй, из одной монетки, блядь. Давай с думчика там засумоним. Нихуя. Надо брать время, когда черный брюль никому не падает. 4 брюля, блять, нахуй. Охуенно тебе везет.
Тут как-то рандомно, это пиздец, я не знаю. У меня друг зашел сюда, начал играть. Вот первый квест сделал, две первые прокрутки, блядь, и... Ну там 0,2%, блядь, шанс. Я не знаю, какие 0,2. По Джули статистике смотришь? 0,3. 0,3? Да. Ну это маленький. Тех людей, да, которые юзают это тогда... С пацанами РБК бегаешь 230-м, смотришь, блядь, 2-3 брюля. Давай сюда подойди, поставь шкаф, пожалуйста. 300 прокруток в реальных деньгах, это сколько? Это 30 тысяч рублей, ну чуть меньше. Ты мог, блядь, 2 брюля, сука, купить. Нет, тогда они... Нет, ты чё? Какие ты, блядь, что за гол 30? Это 21. Это 9 тысяч рублей, ты чё? Ты мог подоговориться с ГМом и нахуй. А, ну да, 9 тысяч, да. Мог бы купить брюль. Легко. Да, уже вот вряд ли ты договоришься, я думаю. Нет, тогда у меня можно было. 24-я лоялка, я писал, короче, там же специально эта хуйня открывается, донатерская, вот, на форуме. Я писал, короче, админам, мне сказали, что нет, такая функция не присутствует. Ну, я знаю, что там некоторые донатят их, блядь, как-то, да но... не, это я вам 100% говорю, когда еще в магазине не было, может, они продавали так. Ну, и они продавали только очень-очень своим, вон, там, монеточкам. И то это не вариант, как бы. А сейчас он появился в магазине, я думаю, вряд ли его, блядь, кто-то тебе просто взял и продал дешевле. Зачем им это? Нет, дешевле не будет, просто когда не было вот этой функции в магазине. Да, да, возможно, да. Да, блядь, договаривались люди, фулл брюли вон там кто-то покупал, блядь. Но сейчас это уже, я думаю, не сработает. Это уже сейчас все. Нет. Все здесь, чек на готовом. Мост, залей ману. Бля, да че меня это крыло? Я пока вы трэш, блядь. Блядь, давайте четвертую кату ебанем, блядь, не совушки. Ба, чё вы просите всегда у гильдии такие каты, нахуй? Ни разу никто не помогал, я солянул. Я сидел, хантом бгшил, блядь, какой-то там помарок собирал четвертую кату, я с ним пошел, да и все нахуй сделал. Ну я так обычно делаю, блядь. Я не обычно, я так всегда делаю. Если бы у тебя там была вторая или третья ката, ну то еще да. Да там недолго же, блядь, там еще, блядь, не этот, тащите слева, справа. Я Синовара буду каждый месяц поставки ебурить, блядь. Что ты думаешь, после заработка так сделаешь? Так а хули, на копейки стоит 1000 рублей, это сколько, блядь, в гривнах? Ну вот. Там меньше, смотри, там плюс бонусы. 1000 рублей это сколько баксов, блядь, или гривен, или чего-нибудь. 404 гривни 50 копеек. Ну, скажи, ты чокнулся? О, есть. Не 100 злотых. А злотых это 700 гривен, блядь. Шайпер, я ж тебе говорю, 404 гривны, я вон позавчера дал. А это вообще, блядь, полточек злотых, блядь. Полдня работы, блядь. Я за вечер схаваю больше, блядь. Ну вот, можешь мне до ничего. Я не против буду. Ой, ребят, неблагодарны. Что-то мне. Неблагодарны. Это поворот, блядь. Шайпер, садись на диету до гильдии, блядь. Я и так хаваю раз в сутки, мне впадло готовить с этим Вовом, блядь. Так а ты наготовь на выходных на всю неделю. Да, блядь, еда заканчивается через 2 дня, блядь. Братан, если задонатишь, будь готов. Вот стоишь ты, короче, в этом, блядь, в Долоране, подходит к тебе какой-нибудь... АОЕшный чмошник и пишет: «О, сколько ты денег слил, да ты мог там себе столько понакупить, а у тебя мозгов нет, а ты вообще, да?» Вот иди. Знаешь, этот, сейчас кто говорит, мне больше всего нравится, когда: «О, ты потратил там 1000 рублей, да ты мог столько хлеба купить там или всякое». Типа такой чувак, знаешь, сидит, блядь, копейки считает. Заходим. Не, просто вот эти переводы там во что-то, или там пиво, думаю, заходим. Что-то...
Давай, бабл, быстрее. Ты сколько ты мог сигарет по штучке купить? Пошел бы лучше. Ебать, сколько ты мог спасти за эту 1000 нахуй этих африканских детей, ну? А чё? Поебать на этих африканских детей, блядь. Горский-то тут? Нет, все норм. Как, да, как, да. Как кубы у вас, что ты заставил мне? А, блядь, забыл. Забыл. Короче, я стою на кубе. Короче... Сейчас доставлю меточки. 3D. Хамфи на пункт. Быстрее, быстрее, быстрее дамажим по этим, по чаротворцам. Блять, тут рейд собрался лучше, чем в 6 вечера, блять. А чё ты мне трусы-то, я танчить буду? Алло. Я ничего не вешаю, у тебя ассист, у мастера ассист. Мастер, я танчить буду. Да, я тебя нихуя не весил. Эти трусы и так стоят. Короче, я череп шансон. Алло, мне метку, я не знаю, я стою вот на этом кубе. Вот. Блять, у меня залагало. Короче, разбрелись, сейчас кто на кубах, разбрелись по кубам. Тайна мага резнулись. У ворот стоит, дальше называйте. Я, короче, но... справа посередине, который. Левый ближний возьму. На кого еще? Этот, где куба нету, значит этот взяли. Соответственно, остальные на изготовочку встали. Давай, да шансу ты не дамажь, я. Нахуй. Да. Главное не прослакать, а прожмить. Чё мы, блядь, не команда, что ли? Ёбаный рот. Мы без меток. Платформа тут. Мы сильные, ёпта. Мы команда. Сейчас на первый, блядь, косте хуяк на клазбон, ёбаный рот. Гера будет на первом прожиме. Я скажу, когда Гера, да. Спросил просто. Метки просто вон так стоят. Метки охуенные. Не следите вообще. А кто на трусах? Ну успокойся, нахуй. Встали по тем кубам, которые вам нравятся, заебись. Ты на трусах говоришь? Кто в трусах, да? Зидум, на трусах постоишь? Да, 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 он постоит. Гера на прожимка кубов дает. Шредер, ты снял этот, как его, неистовство? Нет, конечно. Я понял. Оно разве при респекте не снимается само? Нет, снимаю. Рано? Не рано, нормально. Штука, я комплект забыл поменять, ёбаный. Дрожали кубы. Видишь, всё заебись. Всё вовремя. Будет так, блять, 30 не 40. Схуяли меня 16 кдпс. Я на 4 кдпс. Ты первый по дпс, сюда 16 по дпс, сюда парни. По нанесенному урону нет. Пока мы его держим, плюс 50% урона, алло. Ты забыл трэш сбросить? Нет, не забыл. Трэш сам спрашивает. Что-то какой-то рекаунт у всех свой. Готовимся. Не знаю, у меня скада, у него сейчас 14. Но по нанесенному он 6. Рожали. Это как когда-то войт у меня, блядь, на 8 кдпс, а меня сука передамажили. А у тебя что, воля есть, да? Да. Да, а толку? На форика нормально воля. На армса нет. Чешка была бы, я бы дальше армса не играл.
ёбаный лун, нахуй. Там отросил и бросил. А где он, кстати? Ливнул? Нет, не заходит. Гурский тебя зовут там. От Луния снизу. Он сегодня на первый ход присвал вынесся. Чё? Чё там? А ты когда будешь сейчас с хан этим палом когда будешь палом ПВП, что тебе ж понадобится на пала и ПВЕ обвет? Да. Это ты, получается, заново будешь одевать чара, да? Да он у меня уже четвертый этой карты. Ну выбор я ему сегодня нарешал. Выбор я и не ношу в ПВП. Кубам подходите скоро будет. А нахуй ему выбор, если он не пашет. Чтобы одеваться в ПВЕ, блин. Прожали. Ебать. Попал на глыбу, блядь. Не, в какую-то лужу зашел. Ну, соответственно, не заходи в следующий раз, такие лучше, блядь. Еще одно. Нахуя? А это кубы, блядь. Меня туда кинуло. Кто в руке? Ты где стоял? Я на луне стояла, меня кинуло в лужу ебаную. Я туда пока снималась. Эмоса, ресня. Да я пойду на луну. А, черек упал, я на кубах тут. Возле ворот. Блядь, встаньте на луну. Короче. Кто-то. Возле ворот пошел. Возле ворот. Да иди. Мосо прохил. Еще зидум, я дошел. Сейчас будет. Главное прожмите. Все кубы есть. Прожали. Отлично. Добиваем. Великая победа Орды. О, посох на трансмут можно увести? Речните, пожалуйста, я в стене попробуй-ка. Дошел. Три токена на ханта, блядь, заеб... Как и напало сегодня, чё? Я был палом, три напало. На ханте три на ханта, блядь. Всё нормально. Хуел, блядь. Напало, только чуть этот не выходило с ролить у меня, да? Ну да, 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 да. Ну чё, Гурич, ворвёмся? В новый да. ПК, блядь. Ну, удачи, ребят! Ну чё, мешок где мой? Кто-то не ролит, блядь. Кто-то ждет, чтоб все съебались и сролись с большим шансом. У кого мешок? Вот мум, бля. Гессанит, а дал бы мне, я бы сразу два сердолика. Шесть раз подряд очки чести, 100 очков чести и один ледяной шаг.